Да, думаю, да, до конца мая там будут выводить уже потихоньку. Потому что тут все уезжают, пацаны, так, типа. Просто берут и уезжают уже. Ну, кто уже не может тут сидеть. И сейчас в итоге, если они нас будут так держать, в бригаде вообще ни одного человека не останется. В бригаде уже у нас людей нету. Нашу бригаду по-любому будут расформировать. Потому что много людей очень уволилось. Очень много людей. Вот уезжает, например, один человек по истечению срока контракта. Вот у него контракт заканчивается, и вот он едет домой, да, прыгает в КамАЗ. А за ним еще 8 человек прыгают в КамАЗ, которые хотят уволиться сами по несоблюдению. И они просто едут, короче, и увольняются. И вот так вот постоянно, типа, есть возможность, человек 8-10 уезжает. Есть возможность. Такая херня.